я понимаю, немножко преамбула песни, хотя трудно рассказывать, но дело было так. Когда в 2003 году у меня предстояла операция, та, которая была до этой, и, в общем, она была настолько тяжелая, что врачи даже не знали, как с этим, что может быть, да? И, собственно, я чувствовал, что они не знают, как я выкарабкаюсь из этой ситуации. Было сложно, но точно так же помогли, только мы не... Да, не буду долго размазывать, как говорят, в Одессе белую кашу по чистому столу. Просто накануне операции я напел на диктофон припев этой песни, дав себе слово, что я, когда проснусь после наркоза, я обязательно ее допишу. Это я себе сказал. Я один это сделал. Я хочу, чтобы вы знали, что есть силы. Вместе с нашими силами, где-то там, которые главное верить, ребята, главное знать, что обязательно все будет.